И снова всем здравствуйте. Вот пришел я за груздочками. И это мой первый грибочек. Пока в этом захолустье. Тут вот речка. Там унутки прыгают. Там тоже речка. Но пока я срежу этот гриб, буду дальше смотреть. Я смотрю, начало у меня неплохое. Вот еще один товарищ из семейства грусть берем. Я вот так вот подхожу. Что-нибудь видите? Там я вижу, вот тут вижу. Беру так вот раз и пробую разобрать. А оно тут, оказывается, вот что спряталось. А вот это если поднять. Так, соломка, в сторонку подходим. И что мы тут видим? А тут мы видим бороздку груздей. Такую небольшенькую. Сейчас мы их будем, что делать? Мы их будем косить ножичком. Поперли. Значит, что? Берем. Тут, оказывается, не только грибы есть. Тут еще и бобры водятся. Вот он тут точил. Только когда... Весной или летом уже. Но факт то, что он здесь есть. А эти вот спрятались здесь на овраге. Вон еще один проблескивает. Вот тут овражек такой. Там он еще вижу. Сейчас весь этот овраг. Овраг. Но он мне не враг. Вот они. Оба-на. А тут кто у нас? Ау, выходи. Вот она, овраг. Вот еще грибочки торчат. Вот они. Все, берем. Прятался. Сейчас мы его забирать будем. Вот такой примерно попался. И идем потихоньку по оврагу. По оврагу поэтому и потихонечку их собираем. Вот он хорошенький, чистенький. Сейчас мы отберем его маленечко от мусора и в торбу. Вот еще один экземпляр есть у нас. Тоже. Мы его сейчас берем. Он уже старенький, рыженький почти. Но он свеженький, как вроде. Старенький, рыженький, свеженький. Вот поймите. Вот я его беру. И... Я его в пакет вот. Вот я пакет сбоку привязанный на палке. Вот палка. Я ручку туда раз и за ремень. И тут привязал. А тут одел на ремень. Ну, чтоб не выпендриваться, чтоб не в руках его не держать. И сейчас пойду дальше. Тут уже осень золотая. Смотрите. Листья уже с осинок падают. И все желто. Все это август. Середина. Какое число-то сегодня даже не помню. 13 или 14. Ладно, пойдем дальше. Хмель мне попался. Старый добрый хмель. Вон какая лоза у него. Раньше брашку делали на нем. Вот он такой хмель. Я помню. Сам как-то даже делал. Вкусный бурдомицин получился. В лагушке в деревянном. Вкусная брашка получается. На таком лагушке. Вот в таком лагушке. И именно вот с хмелем, если. Кто-то убежал от меня. Вот тут как плюхнется. И удрал. Кто, не знаю. Это старое бревно. Оно под водой было. Его бобер свалил. А он копчик свистит. Летает, свистит здесь. Так, кто же тут удрал-то?
так и не выпрыгнул. Но там он утки. Плюхаются. А вот тот, кто бультыхнулся. А смотрите, сколько там. Камеру забыл дома, черт побери. На телефон приходится. Скоро вам кранты. Август, середина. Сейчас как откроют охоту, и все. Жирные сидят. Отсюда даже видно, что они хорошо упитанные. Собрались сваливать, наверное, некоторые. Многие останутся здесь, на речках, на местных. Ну ладно. Да, они тут кругом. Вон одни хвосты торчат. Вон там в уголке. Где-то вот тут. Будет катяться. О! Это лыба. Плесканулась. И тут, наверное, рыба тоже. Щука, наверное, кого-нибудь гоняет или окунек. Ладно, пойдем дальше. Подкрадываюсь потихоньку. Тут трава шуршит вся. Листья под ногами шуршат. Вон сидят утки. Сейчас вместе и выйдем. Они все должны улететь. Прям на солнце вышел. О, засуетились. А вот на островке сидят. Ой, сколько много-то тут. Не шлепнуться бы. Там еще. Ладно. Тут уже кто-то плесканулся. Пойдем дальше. Пожухло, пожухло, пожухло. Жара стоит невыносимая. Фух. Дождик обещали. Поди будет. Здесь тоже бобрик побывал. Но он тут живет, что? Вот. Подточил. Вот, подточил. У него это яма. Чего свистишь? Пугаешь всех тут. Вот ему лафа здесь, жратвы навал. Возможно, вот в этой норке он и живет, бобришка. А почему бы нет? Смотри-ка, хорошая дырочка туда. Каменечек. О, лягушка прыгнула. Вот его жизнедеятельность. Вот обгрызано, вот обгрызано. Такой здесь булыжник валяется. И покрышка от автомобиля, от какого-то большого. Все. Утки все рассосались. А нет, вон они. Никого они тут не боятся.
Вон они все плавают под берегом, под тем. Они, видать, тут с ним договорились, с этим копчиком. Еще одна норка. Сейчас мы за угол зайдем, а он там сидит. Вон его нора. Вон одна, вон вторая. Рядом две. Я тут был уже как-то по зиме или по весне. Показывал. А вот теперь летом. Вон она. Одна дырень. Вон вторая. Вон там он точно лазит. Или что это? Ямка глубокая, можно покупаться. Я сюда залез. Тут трава вот какая. В мой рост. А в траве вот тут груздочки сидят. Фух, вон еще один. Вот он. Сейчас мы их тут тоже подсобировываем. Пугал меня кто-то. Начал спускаться вниз. Зашелестел камнями, зашуршал. Как бабахнет. Вот тут. Фу, сердце в пятки ушло. Да так хорошо. Щука, наверное, грелась. Фига себе, мне повезло. Яблоко растет. Это клен. Прикиньте. Открутим мы ему башку. Яблоко. Сейчас я его стрескаю. Вот к такому затончику я вышел. Шлялся. И вот здесь раз. Вода светлая. Дно видно. Солнце прямо в глаза. Все там отканчивается. Рыбы не видать. И все-таки я рыбок увидал в этом болоте. Полосатых окуней видел. Несколько штук удрали от меня. Вон они. Вон там блеснуло что-то. Вот в этой ямке. Вон. Да, вон к водорослям побежали какие-то. На солнце не видать. Все, деревья лысые. Почти. С этой стороны. А тут еще зелененькие стоят мал-мал. Ну-ка вот отсюда стенечка подевиднее будет. Вон, как аквариум. Рыбы. Вы что, глухие? Покажись хоть одна для смеха. Ну-ка я сейчас наверх залезу.
Пойди сверху что-нибудь увижу. Вот рыбки плывут на меня прям. Ну вот она, кунёчечек. Полосатик. Все, солнце не видать. Все, погнали дальше. Вот она. Осень. А на лугу пасутся ко. Не ко, а ко. Не кони, коровы. Это быкс. Быкс корови тыкс. Корова мыкс. Спасибо, быкс. Повезло. Вот они. Аж два штуки. Айны, свайны. Оба-на. Нормально. Берем. А эти вот как спрятались. Вон как спрятались. Еще и палку на себе поднимает какую-то. Раз. Берем. А ты что у нас? Оба-на. Берем. Там дальше есть? Ну ладно, полазим, посмотрим. Вот еще лопушки попались мне. Оба-на. Один. Второй. Вот еще что-то есть. Третий. Так. Что-то еще есть, нет? Надо вниз сходить, спуститься. Там внизу еще есть. Фух, сейчас пойдем посмотрим. С какой стороны. А давай обойдем отсюда. Так, давай закинуть. О, обошел еле кое-как. Сейчас еще здесь поберем. Чистенький, хорошенький. Вот тут только маленького не в этом. В блюдце в это вот всякая бяка лезет. Вот еще один. Вот такая кучечка у меня получилась. Сейчас мы их переберем, мало спрятались. В траве сидят. Берем. Вот еще один. Иди сюда. Берем. Вот два штуки. Надо в этой траве полазить. Ух. Вот травища во какая. Вот такая травища здесь. А они в траве сидят. А где ты их тут увидишь? Будем пробовать искать. Ну вот, еще надыбал. Берем. Пойдет. Фух. Устал что-то. Трава высокая. Там лазил, лазил. Ничего не нашел больше. Опять вернулся. Вот такой здесь поменьше трава. Здесь еще пошляюсь. Ну вот, закругляется моя сегодня охота тихая. За грибочками набрал груздей малость. Навыгуливался. Это вот здесь еще видел. Вот он сидит. Сейчас я его тоже. Оба-на. И вон где-то еще видел. Вот они еще.
под мхом прям сидят. Все. Сейчас домой буду идти уже. Я и так, в принципе, домой шел. Но это вот самый край. Это вот такая вот охота тихая у нас сегодня была. Вдоль берега Томи. Собирал где-то пол пакета. Вон там чуть-чуть видно. Все. Всем до свидания. Сидит красавица. Видите? Сейчас убежит. Покакал. Приготовится. Ну? Давай, пошел. Улетел. Осень, осень. Все. Вечерело, и над озером летали утки. Разжирели. Утка осенью всегда в цене. Алло! Ути, ути, ути! Молчите. Да? Ой. Перепугались. Удой. Все, удрали все. Фу, кто-то ползает по мне. Всех выпугал. Ну вот мой весь урожай на сегодняшний день. Столько я нарезал.